Ребят, всем привет! Меня зовут Руслан. Мы на канале Батя в деле. И у меня на канале в целом весь контент делится по какой-то логике такой некой. 30% это о такси, 30% о конфликтах, 30% это про спорт жизни. Остается 10%. Я думал, куда их деть, и решил рассказать о тех проблемах, с которыми я встречался, или решениях возможных, или каких-то советах о медиа всей истории. То есть такой плейлист будет про каналы. На нем можно будет и увидеть видео про монтаж, про съемку, про монетизацию, про продвижение, ну, про всякие возможные истории, где размещаться, сколько можно зарабатывать, какие-то рекламные истории, с кем как взаимодействовать. В общем, постепенно я буду там все рассказывать. Как раз-таки сегодня такой первый ролик будет. И логично было бы его рассказать бы, начиная с YouTube, о его монетизации, но приходится начинать его с Яндекс.Эфира, так как с ним сейчас случилась очень забавная история. И многие могут спросить, что это за Яндекс.Эфир, вообще откуда ты его отрыл, что это такое. Это попытка русская создать зеркало Ютубу. Конечно, попытка не особо успешная, но аудитория Ютуба, она сидит там. Здесь есть отдельная аудитория, вот, и у меня был тест такой некий, сможет ли органически эта платформа вырасти, и на ней включится монетизация, без привлечения туда какого-либо трафика, без призывов в Инстаграме или в Ютубе переходить туда и смотреть ролики. В целом это получилось, я сейчас покажу, что это за такой Яндекс.Эфир, расскажу про него, сколько там, можно сказать, мне падает копеек с просмотров, и что с ним будет в ближайшее время, вот то, что меня удивило. Так, смотрим, Яндекс.Эфир. Это, ну, видеохаб-платформа, на которой блогеры размещают свои ролики, и в которых, сейчас можно сказать смело, есть своя аудитория. Вот, допустим, Дудь. После публикации роликов на Ютубе, спустя день-два, он публикует здесь их. Здесь они также набирают дополнительные просмотры и дополнительный охват, и ну, дополнительная аудитория. Далее, если говорить о статистике. Я создал здесь канал и выложил ролик первый 22 октября. И постепенно эти ролики начали, ну, как-то набирать просмотры. Где-то были спады, где-то падения. И каждый день я публиковал по одному ролику, перегонял с канала. И сейчас, когда публикую на Ютубе, через день публикую также на Яндекс.Эфире. Но во время публикации бывают проблемы. Проходит период времени, ты потом заходишь на канал и видишь, что твой ролик забанен, заблокирован. И там какая-то абсурдная история, там не прошла модерацию, потому что в описании были какие-то там неподходящие символы. И это тормозило продвижение роликов и просмотры этих роликов. Но все же, после того, как я опубликовал, первый ролик прошло где-то 5-6 месяцев, и для того, чтобы включилась монетизация, сейчас приложу скрин. То есть на скрине видно, что нужно было для включения монетизации выполнить 10 тысяч просмотров. У меня сейчас их 11. 10 тысяч просмотров выполнил, включил монетизацию. Далее из этих 10 тысяч, ну 11 тысяч просмотров было там столько-то уникальных зрителей, там 8300. Из них из всех общее время просмотров было 327 часов. Это намного проще выполнить, чем на Ютубе. На Ютубе нужно было бы 4000 часов просмотров для того, чтобы включилась монетизация. Средняя длительность просмотра почти 2 минуты. Я считаю, что это мало, но нужно учесть один фактор, что у меня на канале очень много просмотров, вот там 4300 на ролике, который идет меньше минуты. Или там 2500 на ролике, который идет 3 минуты. И где-то есть там 50 просмотров, где-то 20, 30, 500, 200 и так далее. В принципе, можно сказать, что органически со своей внутренней аудиторией этот канал, ну, возможен. То есть он работал бы, он рос бы постепенно, и даже по некой кривой вот такой вот можно увидеть, что с ходом времени просмотр увеличивается. Бывают вот дни спадов, когда какие-то технические работы у них происходят, и просто у них вовремя не отображается информация. И она выгружается на следующий день, и мы потом видим там образно под 200 просмотров за день. Так, значит, ну, как бы аудитория, можно посмотреть, что сознательная. Там у меня смотрело 86% мужчин, и это где-то от 25 до 44 лет.
основная часть людей, это вот там около 5000. Я считаю, что это достаточно сознательная аудитория, или там остальные 1500 это вот люди там от 45 до 54 лет. Можно удобно посмотреть такую географию. Основные просмотры были с России и именно с ее центральной части, Москва и Московская область. Но также была и Беларусь, Минская область, была Украина, почему-то не прогружается область, и Казахстан, Алматинская область. В принципе, всем привет, Россия, Беларусь, Украина, Казахстан. Спасибо всем за просмотры. Далее можно было бы сказать о монетизации. Вот раньше здесь такая была кнопка монетизации, на которой видно было, который скрин я перекладывал ранее, что нужно набрать 10 тысяч просмотров, и далее включится монетизация. После этого там нужно будет зарегистрироваться в РСЯ, и начинает в роликах появляться реклама и копиться денежки. Вот сейчас посмотрим, сколько у меня за период там, последних 10 дней это накопилось. Монетизацию я включил где-то 10 дней назад. 10-12, примерно вот так. Так, можно посмотреть. Вот здесь очень такая кривая всей этой информации. Можно не считать первый день и последний день. Остается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 дней 210 рублей. То есть в среднем где-то по 20 рублей в день. То есть получается там с небольших просмотров, около 100 просмотров в день, это около 20 рублей. Я считаю, что это неплохие показатели, они выше оплаты Ютуба. Если считать по Ютубу, я думаю, что там за 1000 просмотров где-то около 70-80 рублей за 1000. А здесь получается было бы больше, да, на несколько сотен рублей. И вроде бы все хорошо. Я бы дальше бы выкладывал бы сюда бы ролики, ждал бы, пока этот вот чан общий со всеми этими роликами и просмотрами копится, растет, развивается и начинает набирать больше просмотров, больше монетизации, потом монетизация капала бы мне на карту, и я бы был бы доволен. То есть далее я бы монетизировал образно три площадки: YouTube, Яндекс Эфир, Яндекс Дзен и, допустим, Рутуб. 4 платформы, и с небольших просмотров с каждой из них там падало бы по 600 рублей. Можно сказать, что такой некий пассивный доход там, в 2000 рублей, практически не парясь. То есть я работаю, я занимаюсь своими делами, это здесь копится постепенно, и мне это приходит потом на карту. Я считаю, что это очень неплохо. И в зависимости с тем, сколько становится больше роликов, какое становится вовлечение, сколько становится просмотров, эти просмотры начинают, ну, эти доходы начинают расти. И как ни крути, к росту этих доходов 100% я бы пришел бы, потому что дальше я планирую развивать эти площадки. Но появилось уведомление: скоро ваш канал переедет. Переезд уже начался. После этого, конечно, просмотры немного просели, потому что сейчас платформа, наверное, нестабильно себя чувствует. Но что заявили они, что Яндекс Эфир не справился, ну, если так вот переводить на русский с этого лендинга, на котором есть вся эта информация. Яндекс Эфир не справился, он, как бы, наверное, прошел тестовый период, показал не очень большие цифры и вовлечения, и их решили соединить. Две платформы, это Яндекс Дзен и Яндекс Эфир. Посмотрим, конечно, с хода времени, что из этого получится. У меня была идея дальше монетизировать Дзен, но теперь у меня останется фактически только один Яндекс.Дзен, и все ролики со всеми просмотрами отсюда, с Яндекс.Эфира, переедут туда. Яндекс.Дзен у меня уже будет монетизирован. Я, конечно, сниму ролик позже о том, сколько мне будет приходить с Яндекс.Дзена. Но вот как один из вариантов вы теперь будете знать у одной из таких площадок, о том, что она была, о том, что можно было ее монетизировать, можно было с нее потихонечку зарабатывать какие-то копейки пассивного дохода, и что на самом деле площадок много. Дальше я буду рассказывать опять же про Яндекс.Дзен, про YouTube, про Рутуб. Я их все монетизирую, покажу, сколько с этого можно зарабатывать и фактически, что нужно было бы для этого сделать. Как по мне, так Яндекс.Эфир можно было очень просто монетизировать. Я его решил вообще по приколу, можно сказать, освоить. Один из товарищей, таксистов, у которого небольшой блог с Ростова, он мне сказал изначально про этот Яндекс.Эфир.
Я как-то так смутно все это принял, ну и в прикол решил просто выкладывать туда ролики свои, перегонять их после публикации на Ютубе. И, пожалуйста, прошло какой-то период времени, он монетизировался и начал приносить мне копейку. В целом, кому будет интересно какие-то еще дополнительные вопросы про тему медиа, про тему каналов, все будет в плейлисте про каналы. Можете в комментариях также писать, что бы вам было бы интересно, что нужно рассказать, что нужно показать. Тем, конечно, куча будет в будущем, но, возможно, кому-то будут какие-то вопросы более интересны или непонятны, поэтому пишите их в комментарии. Спасибо вам за просмотр. Всего хорошего, до свидания, на связи.